И буквально на днях в интернете появилось видео о том, как сдавали ЕГЭ в Дагестане. Во-первых, видно, что сама запись сделана как минимум на мобильный телефон, в то время, когда любая фото- и видеосъемка в помещениях, где проходит ЕГЭ, запрещена. Здесь же на кадрах понятно, насколько смело выпускники пользуются различными запрещенными предметами. И кажется, что присутствующие здесь педагоги и наблюдатели просто-напросто делают вид, что ничего недопустимого вокруг не происходит.